Привет любителям рыбалки! Последние исследования британских ученых показали, что порядка 80% покупателей телескопических маховых удилищ выбирают модели средней жесткости и в длине 5 метров. Но только 20% из них остаются довольны своим приобретением в течение первого года пользования этими бланками. В чем причина разочарованности рыбаков с британских островов и как избежать ошибок во время выбора э, махового удилища, мы сегодня и поговорим в рубрике ⁇ Как ⁇ Главная трудность при выборе поплавчанки состоит в многообразии предложения. В условиях, когда предложение составляет сотни линеек и тысячи модификаций, наверное, стоит потратить немножко времени для того, чтобы разобраться со своими требованиями к удилищу и э, возможностями, которые оно готово вам предоставить. Давайте вместе разбираться э, в множестве факторов, их значении и взаимосвязях, часто противоречивых. В итоге постараемся найти оптимальное решение для разных условий лова, а также для видового и размерного состава ожидаемых трофеев. В качестве иллюстративного материала мы используем 4 серии поплавчанок, которые в данный момент выпускаются под торговой маркой Brain. А начнем с такого простого и легко определяемого параметра, как длина хлыста. Телескопы охватывают диапазон длин от 2 до 11 метров. Коротыши 2-метровки хороши, пожалуй, только при скоростной ловле уклеек. А для того чтобы ловить 11-метровыми гигантами, вам понадобится не только техническая подготовка, но и хорошие физические кондиции. Поэтому большинство рыбаков пользуются 4-5-6-метровыми удочками, как наиболее универсальными. При этом даже в этих пределах разница в весе бланков может быть очень существенной. Например, Apex 4-метровый весит 143 грамма, в то время как 6-метровка 283 грамма, что почти в два раза больше. Проблема в том, что удлинение хлыста происходит только и исключительно за счет камлевых, то есть более тяжелых колен. Отсюда и первая рекомендация. Никогда не гонитесь за длиной, если в этом нет крайней необходимости. Дело в том, что лишний вес приведет к усталости запястья, и ваш отдых на берегу превратится в тяжелую работу. Намного проще подтянуть ароматизаторами и прикормкой рыбу под 4-метровый мах, чем постоянно ловить его шестеркой. Исключение могут быть случаи, когда рыба проявляет излишнюю настороженность, или же под 4-метровым бланком находится участок дна, непригодный для лова. Такое бывает, если дно усеяно корягами, или его рельеф не позволяет собрать рыбу в данном конкретном месте. И последнее замечание по длине. Не всегда э, цифра, написанная на бланке, соответствует его реальной длине. 400, 500, 600 — это скорее название модели. И реальная длина будет на 5-10, а иногда на 30-40 см меньше. Поэтому учитывайте это при выборе, чтобы потом не испытывать разочарование. Транспортная длина имеет значение при перевозке удилища к месту лова. Чем оно короче, тем э, меньше места занимает и тем э, ниже риск его повреждения. Но есть и другая сторона этой медали. Удлинение деталей бланка позволяет уменьшить количество стыков, что благоприятно влияет на его строй, частично снижает вес и э, улучшает баланс. Оптимальное значение транспортной длины лежит в пределах 120-140 см важный параметр удилища – это длина взаимного перекрытия колен. Чем она больше, тем бланк будет жестче и прочнее. К примеру, у Apex 600 – 35 сантиметров хлыста спрятаны внутри телескопа, а у Blast 600 этот показатель уже 49 сантиметров, что вселяет в вас уверенность при борьбе с более увесистым соперником лишние сантиметры неизбежно отразятся на весе, и потому выбирайте более прочные и более тяжелые удилище только в том случае, если вместе лова у вас есть шанс столкнуться с массивным трофеем. Интересно, что бласт э, не только не тяжелее, а даже на несколько э, грамм легче апекса. Объяснение этому простое. В производстве использованы разные материалы комлевое колено Brain Apex выполнено из композита углепластика и стекловолокна. Все остальные детали карбоновые. В то же время Brain Blast обладает полностью углеродистым телом. Казалось бы, преимущество карбопластов неоспоримо, но стоит учитывать и другие факторы. Композит, во-первых, дешевле. Во-вторых, он прощает некоторую небрежность в обращении. Потому Apex э, мы бы рекомендовали начинающим рыболовам, а также тем, кто ездит на рыбалку на большие расстояния. Немало рыбаков предпочитают спокойный отдых на берегу пруда, где между забросами проходит время в 15-20 минут, а между поклевками можно успеть выпить пиво или съесть бутерброд. Они получают свою дозу адреналина нечасто, но концентрация этого гормона в крови во время борьбы с крупной рыбой просто зашкаливает. Прочные, но тяжелые удочки дают таким охотникам за трофеями шанс на победу. Другое дело ловля на течении. Здесь каждый грамм на счету и подсечка должна быть мгновенной и четкой. Создание жесткого построю и легкого по весу удилища невозможно без применения самых высококачественных и потому дорогостоящих карбоновых материалов. Для примера приведем легкие, тонкие. И жесткие построю удилища серии Фантом. При изготовлении использован припрек с маркировкой 40 тонн, что положительно отразилось на весе. Фантомная шестерка на 60 грамм легче аналогов из двух предыдущих серий. Но это повлияло и на цену плотная упаковка карбоновых волокон в материале бланка дает еще и подробную тактильную информацию о происходящем с рыбой. Еще до появления на поверхности опытный рыбак может определить размер, вес и даже вид подводного обитателя, с которым он в данный момент ведет борьбу. Хлыстики телескопических удилищ бывают двух типов. В стандарте они имеют трубчатую структуру, а у поплачанок, которые по своим параметрам приближаются к спортивным, вершинка выполнена из китового уса. Британские ученые недавно установили, что это не деталь цедильного аппарата морских млекопитающих, а цельная вершинка выполнена из карбопласта. Она очень гибкая и хорошо гасит рывки рыбы, что позволяет использовать в оснастке поводки из лески малого диаметра. Если вы ловите на течение или в забродку, удилище постоянно находится у вас в руках. И понятно, чем легче оно будет, тем дольше и продуктивнее будет ваша рыболовная сессия. Но есть еще один фактор, который влияет на вашу усталость. Это баланс. У лучших образцов маховых удилищ точка равновесия не будет далеко выходить за пределы камлевого колена. Удочка не будет постоянно наклоняться к воде, и вам не надо будет прилагать много усилий для того, чтобы удерживать ее в горизонтальном положении. Несколько особняком стоят удилища с длиной бланка менее 4 метров. Многие рыбаки считают их недомерками, пригодными только для ловли уклейки справедливости ради следует заметить, что виртуозы этого процесса достигают феноменальных результатов. Например, рекордный улов, зафиксированный на одном из чемпионатов мира, составил 656 уклеек общим весом 18 килограмм 690 грамм, пойманных в течение трех часов. Уклейка хороша в сушеном и в жареном виде, потому не следует пренебрегать ловлей конкретно этого вида рыбы. Есть и другие сферы применения коротких маховых удочек. Например, при ребенка к рыбалке. Маленькому рыболову легче орудовать легким и коротким бланком. Длинные и тяжелые удочки могут отвернуть ваше чадо от активного отдыха на берегу. Еще один бонус лилипутов – это ловля карася и краснопера в окнах водной растительности. В условиях, когда нет э, необходимости далеко забрасывать поплавок, а длинным удилищем э, орудовать просто неудобно, коротыш окажется очень уместным. А жесткий строй хлыста и гибкая вершинка обеспечат и мгновенную подсечку, и возможность использовать тонкие лески. Подведем итоги наших теоретических изысканий и постараемся перевести их в практическую плоскость. Не стоит гнаться за длиной удилища, лучше попробовать найти способ приманить рыбу ближе к берегу. Не все 6-метровые удочки соответствуют своему высокому 6-метровому званию. Практически все удилища короче заявленной длины. Чем большая часть бланка находится внутри телескопа, тем удочка мощнее и тяжелее. Композитные материалы также дают определенные преимущества, особенно если они применены в нужном месте. По транспортной длине можно судить не только о удобстве перевозки удилища, но также о его весе и приближенности к спортивным стандартам. Жесткий строй и минимальный вес ⁇ это вещи, за которые приходится много платить, но они того стоят. Плохо сбалансированное удилище быстрее приведет к усталости запястья, даже если его вес ниже, чем у конкурента не бывает универсальных удилищ. Еще не придумали удочку, которая поборет и карпа на 5 килограмм и сможет вытащить 100 уклеек за полчаса. Поэтому не стоит гнаться за универсальностью, а лучше приобрести специализированный инструмент поплавочника и получить удовольствие от ловли им. Мы не рассмотрели еще очень много интересных и важных вопросов, связанных с маховыми удилищами. Надеемся, вас интересует и правильный монтаж снасти, и способы крепления плавков, а также методы их правильной огрузки. Это тема следующих выпусков, и чтобы не пропустить их, не забудьте подписаться на наш канал. До встречи здесь или на водоемах страны.